Всем привет, сейчас я вам покажу две фишки, которые полезно знать, играя за или против гирокоптера. Играя против гирокоптера, вы можете оттолкнуть летящую вас ракету пикой или вашего союзника, чтобы разбить ее или выиграть дополнительное время. Играя за гирокоптера, вы можете подтолкнуть ракету в противника, чтобы он не успел сделать ТП-аут или чтобы это было как момент неожиданности. Также, играя на войде против гирокоптера, держите в голове, что летящую вас ракету можно разбить, просто прыгнув в нее с первого спыла.